Ребята, пока собаки спят, наш Шерлок ворует у нашего маленького щенка еду оставшуюся. Там курица, немного риса. А все дело в том, что чуть-чуть отойди за угол в сторону, там дверца открыта, там спокойно можно зайти в клетку и не совершать эти все манипуляции. Я тут не поняла, вначале он никак зацепить не мог. Коготочком подбирает, подбирает. Кусочки падают, неудобно, но он как-то справляется. Там буквально чуть вперед и завернуть, и спокойно можно кушать из тарелки. Но он до этого никак не додумывается. То одной лапой берет, то другой лапой берет. Мы уже наблюдали тут, потом я говорю, боже, да это снимать надо. Тут целое кино. О, пришел Люсьен помогать. Тоже заинтересовался. Нет, он это не любит. Вот такие иногда бывают ситуации. Пока собаки спят.